Еврокомиссия рекомендовала европейским странам поэтапно начать снимать паспортный контроль на границах внутри Шенгена. Речь, в частности, идет о Германии, Австрии, Дании и Норвегии. Однако в связи со значительным количеством остающихся в Греции нелегалов разрешила продлить его в последний раз на полгода. В тот же день правительство Швеции объявило о том, что отменит проверку документов пассажиров, пересекающих границу страны с Данией, на автобусах, поездах и морских паромах. Причиной такого решения, отмечает Министерство внутренних дел, стало значительное сокращение числа мигрантов. В 2014-м Швеция приняла более 80 тысяч мигрантов, в 2015-м – 160 тысяч. Между тем, в прошлом году число прибывших в страну беженцев резко сократилось и составило 30 тысяч. Тенденция, утверждают власти, сохраняется и в нынешнем году.